Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вам вот такой вот беспроводной микрофончик. Только недавно получил его с AliExpress, давно ждал. И микрофон фирмы ИК. Модель, видите, на коробочке. Сейчас раскроем коробку и посмотрим содержимое. Пришел в целлофановом пакете, полностью упакованный пупыркой. И, как видите, коробка при пересылке не пострадала. Открываем коробочку и смотрим содержимое. Здесь такой вот паспорт, упакован в целлофановый пакет на английском и на китайском языках. Здесь мы видим приемник, передатчик, микрофоны, кабеля и держатель под передатчик, который крепится на штатив или на фотокамеру. Сейчас все достанем и рассмотрим поподробней. Ну, теперь рассмотрим комплект поподробней. Сразу начнем с микрофонов. В комплекте такой вот короткий гибкий микрофон. Микрофон петличка. Хороший, очень крепкий зажим. Крокодильчик, довольно мягкий кабель. В комплекте два кабеля для подключения телефона и для подключения фото и видеокамер. Главное, друзья, их не перепутать, когда подключаете к устройству. Крепление для передатчика. Теперь рассмотрим передатчик, приемник, точнее крепление для приемника. Очень мягенькие антенны, которые практически невозможно сломать, гнутся очень хорошо. Установил элементы питания и теперь проверим, включим их. Включил, горит. Красный светодиод. Приемник не видит передатчик. Теперь включаем передатчик. Передатчик включился. И приемник загорелся синим цветом. Значит, они уже законнектились. Ничего, друзья, подгонять не надо. Все вот как пришло, включаете, оно работает. Здесь диапазон частот, можно менять частоты, подключать несколько микрофонов, несколько передатчиков. То есть выставляете одинаковую частоту и можно законнектить несколько передатчиков к одному приемнику. И использовать с разных устройств петличные микрофоны, вот такие вот коротенькие. Кому интересно, сейчас сделаю небольшую вставочку, видео запишу, как работает данный микрофон. Ну а сейчас проверим, как звучит данный микрофон. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, раз, два. Один, два, три, четыре. Вот сейчас запись идет с этого микрофона, и вы можете послышать его звучание. Потом попробую в следующей части выйти на улицу и поснимать уже дальность, ну, примерно 30-40 метров данный микрофон должен брать без проблем. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Ссылочка в описании под видео. Заходите, если вам понравилось, заказывайте. И в этом углу, друзья, будет ссылка на видео. Видео записано тоже полностью с такого же микрофона. Поэтому можете послушать. Если вам понравится, ссылочка на микрофоны будет в описании под видео. Заходите, заказывайте. Цена примерно $27 вот за такой вот комплект. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.